Со стороны тех, которые делают это за еду, видим, что не за еду, а за землю. От тех, которые кричат по всем каналам, что они, видите ли, бедные, но имеют сотни квадратных метров, работая в государственных учреждениях. Те, которые нас хотят осчастливить, что сделают порядок. Какой порядок? Чтобы получить еще сотни миллионов за счет граждан Республики Молдова, как в случае с господином Гречанным. Мне кажется, граждане должны задаться именно этим вопросом, фактологиям, а не то, что кричат на каждом углу о защите чести и достоинства. Хотелось бы в конце сказать, партия социалистов, Гречанная и весь ее список, это спойлер для либеральной партии. Общеизвестно, что спят ночью и видят, что во втором туре вышли бы с Гречанной, потому что можно будет перевести голосование на геополитический лад. Вот что их интересует. Для того, чтобы люди не думали о том, как они воруют и либералы, и социалисты, а для того, чтобы сделать так называемый референдум геополитический. Поэтому граждане должны знать, те, которые будут голосовать за социалистов и за Гречанную, как таково, будут голосовать за Дорина Киртака. И они знают.